Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас понедельник, 6 июня. Давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. Видим, что европейская валюта отреагировала, в принципе, вполне сносно на данные по американскому рынку труда. Британский фунт немного снизился против американского доллара, но все остается в рамках канала. И, по всей видимости, покупатели предпримут попытки по дальнейшему выстраиванию восходящего тренда. Вышедшие данные по активности в секторе услуг, производственной активности и составной индекс PMI по еврозоне, все они оказались чуть-чуть хуже прогнозов экономистов, что в целом никак не повлияло на направление пары в первой половине дня. Но затем трейдеры стали ждать данные по американскому рынку труда. Уровень безработицы остался на прежнем уровне, а количество Новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, составило 390 тысяч, что оказалось лучше прогнозов экономистов, но хуже, чем за прошлый отчетный период. В целом 50-50 и, как видим, никакой особенной реакции в пользу укрепления американского доллара не произошло. Давайте посмотрим сегодня в экономический календарь. Тем, что ничего важного у нас сегодня нету, никаких данных по еврозоне, никаких данных по э -э США видимости торговли сохранится в рамках бокового канала и э, будем мы сражаться за ближайшие уровни поддержки и сопротивления что касается технической картины евро доллар Часовой график и э, есть у нас новая поддержка 0.7.1 и новое сопротивление 0.7.50 Стратегия будет ровно такая же, как и на прошлую пятницу Защита формирования ложного пробоя на 0.7.1 сигнал на покупку Ну а выход закрепления выше 0.7.50, тест сверху вниз Добавляем длинные позиции и в таком случае жду уже возврата на майские максимумы Это в район 0.7.85, ну а выход за пределы этого диапазона Прямая дорога 0,820-0853 от этих двух уровней. Сегодня буду продавать на отскок при первом тесте с коррекцией 20-25 пунктов внутри дня. Если медведи защищают у нас 0,750, и так получается, что формируют здесь сложный пробой, сигнал на продажу. Ну и целью их, конечно же, будет контроль над уровнем 0.7.11, закрепление с тестом снизу вверх этого диапазона, усилит давление на евро. И пойдем мы на. 0.673 и с прямой перспективой обновления 0.630, где покупки сразу на отскок с коррекцией 25-30 пунктов внутри дня. Покупать 0.673 будут лишь при формировании ложного пробоя. Учитывая, что мы торгуемся в районе средних скользящих, скорее всего, сегодня день будет э, довольно спокойный. Вряд ли мы куда-то серьезно двинем. И э, рекомендую торговать э, в противоположные стороны от ближайших уровней поддержки и сопротивления. По британскому фунту здесь ситуация немного э, иная. Медведи все-таки в конце пятницы отработали весь тот рост, который у нас наблюдался еще 2 июня. И э, забрали рынок по свой контроль, закрыв его около недельных минимумов. И теперь э, защита 2514, формирование несложного пробоя будет хорошим сигналом на продажу. Ну а целью, конечно же, будет 24.70. Закрепление ниже этого диапазона тест снизу вверх добавляем в короткие позиции. И падаем мы тогда уже на 24.40 и 24.11, где покупки сразу на отскок. Покупки от 24.40 рекомендую делать только при формировании ложного пробоя. Как, в принципе, весь расчет будет и на 24.70. Здесь ложный пробой, длинные позиции. Ну и. Целью, как вы понимаете, боков будет 25-14, закрепление выше этого диапазона, т.е. сверху вниз, добавляю длинные позиции и жду тогда обновление 25-49 с возвратом на 25 89. Здесь продажи сразу на отскок, ну а продажи 25-49, где и средний скользящий у нас только при формировании ложного пробоя. Всем удачи!